Я нахожусь рядом с Светланой Гоцик, птица Феникс. Света, я знаю, ты не расстраивайся, ты сильный человек. Прокомментируй, пожалуйста, этот поединок и расскажи свои эмоции. Ну, конечно, это очень плохо, то, что я проиграла. Я недовольна, но я Феникс. Сегодня я умерла, но к следующему бою я возрождусь, буду возрождаться. И обязательно я заберу этот пояс, потому что этот пояс мой. Внутри я чемпионка, и я это чувствую. Я воин, я не сдамся. Ты знаешь, вот как мне сказали о поражении, я просто сам не видел этот поединок, Мэтт Серра когда-то выиграл Джорджа Сен-Пьера, и, будучи большим андердогом, но тогда Джордж Сен-Пьер пришел и в 100 раз сильнее был. Я желаю тебе, чтобы ты вернулась на 12-м турнире и забрала этот пояс себе, так как ты настоящая чемпионка. Это лично мое мнение, всегда за тебя болел. Скажи, пожалуйста, по поводу Магдалены, что не получилось, почему именно получился этот армбар? Я скажу одно, что есть люди, которые очень сильно хотели, чтобы я проиграла. И я знаю, что есть люди, которые очень сильно меня поддерживают, которые со мной рядом до конца. И они верят в меня, и я верю в себя. Поэтому обязательно я вернусь лучше, сильнее. И я Феникс, поэтому я скоро вернусь. Это заявление на всю Украину, так сказать. Света вернется. Свет, ну смотри, во всяком случае, все с тобой. Муж, семья, тренер, близкая поддержка, те именно настоящие фанаты. Мы с тобой всегда, любая помощь от нас, мы всегда будем с тобой. Цветы, все это все тебе, так что давай так. Какие уроки будешь извлекать из этого? И вот по поводу габаритов. Как будешь бороться с габаритами? Потому что сегодня прозвучало мнение от Дениса Перчи по поводу смены весовой категории. 48-52. Нет, мне удобно 52, и соперница не была настолько по весу тяжелая. Вот тут больше моя проблема, моя ошибка, и она выиграла только потому, что я ошиблась. Поэтому я не считаю, что я была слабее, у меня была хорошая подготовка. Просто я сделала большую ошибку, и над ней я буду работать. Я умею проигрывать, я принимаю свои поражения, и никогда там не буду говорить, что вот я проиграла и все, на этом конец. Нет, только вперед. Поражение, наоборот, только учат, поэтому нормально все. То есть ты думаешь, что это поражение тебе даст больше мотивации, больше уроков ты вынесешь из этого поражения, да? Конечно, у меня было поражение в Таиланде, я проиграла китаянке, и с тех пор я сделала выводы. И, как вы видите, то у меня уже была 7-я серийная победа, победа боев. Вот. И здесь, видимо, я допустила ошибку, значит, видимо, нужно больше работать над собой, извлечь из этого урок и идти дальше вперед. Кого хочешь поблагодарить из своей команды? Я знаю, что за тебя и очень много болело, и в зрительском зале, и с тобой большая команда приехала. Кого хочешь поблагодарить? Хочу сказать большое спасибо своему тренеру по тренажерному залу Виталику. Хочу сказать спасибо большое за подготовку Молдове Игорю Ротару. Также спасибо организаторам, которые помогали мне. Спасибо большое за поддержку, и я к следующему бою вернусь лучше. Свет, для нас это, знаешь, как бы поражение, это тот же урок, когда человек приходит потом и становится намного сильнее. Я тебе искренне желаю, команда WWC тебе искренне желает вернуться и быть сильнее, и никогда не опускать руки. В принципе, всегда показывать свой характер, когда ты показывала характер в поединках предыдущих. Ты всегда шла на пролом, ты всегда показывала на бойцовский характер. Так что я уверен, ты вернешься намного сильнее, намного умнее. Нет, это было чуть-чуть грубо. Ладно, не вырезай, это нормально. Намного сильнее, намного умнее. Так что это даст тебе еще больше мотивации, Свет. Мы с тобой. Давай, солнце. Генеральный партнер – международный бренд номеров. Титульный партнер – Parimatch. Грають вони, виграєте ви. Квитки на концерт UA.